Ты чё, танк заберёшь? Если Рога не деактировал ловушку, то мы сейчас будем возвращаться. Там боящики падают. Ну да, давайте начнем с Миномор, да он сложный. Да не. Миномор простой. Ну давайте начнем с Личан. Я передумал. Нормально, нормально. Скажи ему, что он петуш. Походу, что про шарпиступов сказал, да? Меня хейтят. Энг, долго будешь лежать? Я говорил, что он не стоит. Почему люди только ходят на 4 босса на этом сервере? Ебучему. Ты на циркуле так же было, да? Почему? Я ходил на 8, на 7. Да, но на циркуле это было Гера, блядь. А здесь в обычке. А у нас в обычке было, пока шли без вайпов, все были. Только один вайп 5 ливало, нахуй. Пор будет, не будет. Что тебе надо? Добор будет или не будет, так убивать? Ну так я сейчас что делаю, блядь? Так что, перекур, не? Я после сурка сразу начал спамить. Одного рогу нашли. Нашли ДК, но он что-то, блядь, передумал. Ладно, это ты пока ищешь перекурить, можно, не? Алло! Уже 5 человек спросил, отойти можно? Вы, блядь, за то время, пока спрашивали, нахуй, могли уже давно отойти, блядь. Пока добираем, можете отойти. Чё, мне не успевали пал, что ли? А, нет. Реал, так шаман-то стоит, Ильди, он ничего не писал? Я не услышал, тебя плохо слышно просто. Шаман с твоей гильдии, он ничего не писал? Я не знаю, он в моей гильдии, блядь, ровно час, не знаю. Так что я его вообще не знаю пока что. Сообщения от него я тоже не видел. А, ну он пишет 10 минут назад, что на 2-3 минуты отойдет. Ну, сорян, слишком долго получилось, извини. Что случилось? Какая разница? Нам еще нужен один. Бля, мне пишет Ретрик 7-8 КДПС, боже мой.
так, сейчас, короче, шкаф, если есть локер, шкаф можете поставить? А ты на этом КД не была, да, в обочке? Я в работе была или нет? Работала. Сейчас. Беспонтово, да, в таких рейдах. Ну, люди солчат, а просто рейд из говна и палок. Так, а чё, у нас мах отлетел куда? Джакудзо уже там спустил все, что можно на этого джута, блин. И пятки все дал понюхать, уже все конечности. Ты же знаешь, Томас. Ты знаешь, вот как... Отвалился. Я же говорю, все нет. Ну что-то за мага вообще странно, типа на мага как раз здесь весь лут, блядь, весь жир падает, блядь, и уйти магу, это, конечно, жесть. И что, на мага вообще не падала, вообще ни одной шмотки. Ну не падала, а вот сейчас как раз таки это босс, из которых, блядь, как бы лучшие лута не придумают. Красная аркана, блядь. Лучший лут в Каражане, 226-й. Мага. Бисовый. 10 кадает. Там весь 32-й падает. Ну да, да, почти. Да, забыл. Дугар, тут? Да. Слушай, вопрос у меня. А у вас в рейде, в статике, много у кого кружка? Не знаешь? Хрен знает, что вообще не помню. Я просто переписываю, спрашиваю, типа, у вас, если на ваш сроке там есть, там, Бестслав, я просто в одном рейде был. Типа, просто ни у кого нету медальона, походу. Это жесткая комба. Ну, хреном, короче. Да кружку порезали, вот, она теперь прокает намного реже. Да? Да. Не прощал. Ну, типа, она сейчас только на роге, на НХ вообще работает, блядь, хоть как. Ну, и Фрост ДК. Вот на Frost DK сейчас вообще какашка, как и на финала. Да. Прям вообще. Я не играл как раз пару месяцев. Ну плохо так. Рел добрал? Ну как добрал? У нас один еще ушел. Я сейчас добираю, блять, нас уходят. Добираешь, уходят. То есть ты сколько тут будешь? Ну я, в принципе, весь вечер свободно. Но я не собираюсь на целый весь вечер тратить. Я тут это самое, ну, час, наверное. Я вас тоже поддержу, ребята. Не бойтесь, я тоже поддерживаю это все. Мне в любом случае принцы нужны, мне катушка нужна. Предлагаю... А, мы же не убьем. Не, ну, типа, если у нас не будет сейчас 25-го, то мы на Тухлика тогда не пойдем. Никакой крови у нас не будет. Тоже, ну, имейте в виду. А можно пойти убить совет, убить Вальку и раздать лут. И гнилого. Да. Не нужно ли мне сделать рейдер, потому что лут никакой не упал. Вы думаете, мы топом не убьем или что? Убьем. Ну что, 90 тысяч ТПС мы убьем. Ну, если у нас Чупин, конечно, фулл ПВП, бля, типа у меня нету спека, да. Да мы даже сейчас должны Тухлика убить. Ну да, можно по тактике а-ля там типа спор один раз снесли, прохилили и все. И ебошить. Ну как Карел скажет. Тактика для босса на кураков. Ну у нас в принципе есть у Вара Т4, да, типа возможность есть. Т4 какой-то, не знаю. Ну да, пожалуй, глухую оборону и все. Да нахуй кикать, он фулл ПВП.
спросил? Ну куда уж тикать уже, блядь, когда посадили, блядь, найди любого посадили, другого. Посадили, подумай, в следующий раз будете плюсовать в таком случае. Не, да ты найди мне любого другого, у нас еще минус один сейчас. Лучше уж не убить. Алиса вон может 239-м рогой. Сказал бы я про этого рогу, бля. А чего у нее? Голов про Алису? Ни одной чарки, ни одной сокета, блядь. ДПС-а ноль. К ЦЛК надо к десятке, к обычке, уже готовить. Во-первых, какой-то Т4, 2-4 куска. Какой-то Т10, ОД ходить. Как я на ДК и на Мишку делал. А вот эта вся параша, 230. Хоть чарки, хоть не чарки. Нужны комплекты. Чё ты пиздишь? У меня только 24 на шамане. Нормально. Ну маг, конечно, засранец, блядь. Дед маг на рейд, блядь, и тот. Улетел. А кикни его, чё ты его в пати держишь? Ну хрен знает, типа он ничего не писал, может, он ещё... Да и... Может, у него интернет упал. Надо пробовать 4 куска Т4 на... На типа, если можем реально сейчас попробовать, нет, если все в ДИСе. Попробовать. Надо купить его, блядь. Да, ну, 190к ДПС, и нам... Ну, типа, у нас было 200 там, да, на Саурфе. Он 190 должен быть. Ну, если у нас 190 будет на этом боссе, ну, я что-то сомневаюсь, потому что у меня на Сурке, как бы, ДПС за счет рассекающего увеличивается. У меня там где-то на 1 косарь, на 2 меньше будет. Значит, ну, хотя, по, да. по остальным классам я хрен знает, кого там чё, кто накручивает, не накручивает. То есть у нас 180 здесь будет сейчас в лучшем случае. То есть а у нас кого ты рога, там вместо мага. Маг у нас давал 9. Этот рога 9 точно не даст. Mm. И у нас как раз минус хан, который давал 7000. То есть, ну, плюс-минус у нас реально 180 плюс должно быть. Ну что, мы слышали? 180 это прям впритык, если мы еще сносить спорно, будем нормально. Или мы можем попробовать все споры 3 внести и бурс. Ну, типа. И снухилы, если справиться. Это даст возможность, что люди не бегают ДПС на споры сноситься. Все сбежали с подбосса, взорвались и все. И сдохли нахуй. Не, ну нужно прохилить, потому что Грел говорил, у нас вард 4-4 есть. Если блевок пойдет. А я носил, у нас у шамана есть 4-й сад, то они прохилят. И на хп у нас один какой-то прист отдаст шипашку. Да. Да, вот у одного шамана был. А рога у нас серебра? Какой? Чупен. Нет. У нас был другой рога, Деста как-то там назывался. Так он и есть. Дэнчи Кросс, вон. Так, у нас один рога был, у нас было два ханта, теперь хантов вообще нет. Да. Давай, типа, посмотрим. Можно короче, смотрите, РДД, хилы, давайте. РДД и хилы, пожалуйста, сейчас уже рассоситесь по этому полукругу. Сейчас поставлю еще две метки, куда-то надо будет сносить. Кост, то есть после... Что? Пока нет, тактику не рассказал. Если мы идем 24, то может все-таки девчонку вагонно возьмем. 239 у нее тактики фул, просто она твином. Разница слот-то есть. Ну так-то пофиг. Ну, вообще, да, вообще, если блядь, не будет косячить, в принципе, лишних 5к ДПСа. Ну это же Лис. А кому ну, Асиса? Давайте только быстренько, давайте шкаф сразу сумоним. Тыкайте в шкаф. Пожалуйста, каску по шаманам киньте. Так, ассист вроде есть. Обманули всех бичей евреи. Ну, все, вайпаться будем нормально. Да не вайпнемся, мы на нем убьем. Помню, ну, главное раньше РДД хилы, чтобы раньше держали. И в принципе, вы, ну, если вы не дохнуть не будете, то... ДПС терять, главное не терять ДПС. Сука, надо перчатки звальки кольчужные мне.
Короче, первый тогда держит у нас друид. Там, я надеюсь, вы знаете, когда прожиматься, да, друид? Мистер друид. Вот, если что, там, не знаю, у нас есть ДЦ. Саша по нему, не знаю, зубы там, если надо будет. Богиня, ты в дисе. Либо капли, там, паладины у кого есть. Каплю. Дис, у кого есть руки. Да. Я тебе скажу. Да. Мастер. Дайте бафы. Бафы, пороги. Каску еще бафы. Секунду. Лапу. Алиса тут? Алис. На Мишку. Я тебе скажу, куда. Я Мишка. Алиса. Слышь, ты какого хера пушки так поставила? Пушки поменяй местами. Пушки. Медленную пушку в левую руку. Ой, блядь. Основную, вот, хорошо. Так и пускай будет. Вот только кинжал тебе нахер не нужен. Тебе нужен меч. Ого, потом разберемся с Алисой. С Ромагоном. Каску дайте поднимем. Все, короче, давайте, значит, смотрите, первую спору мы сносим под босса. То есть все сбегаемся в одну точку, как только первые споры, все сбежали из-под босса. Как будут, как будет взрываться споры, мы сначала не разбегаемся, мы даем, значит, прист ШВДХ, нас дает на маму, пойдет на ХП, молитву, и танк вар, отдаешь свое Т4, только по сигналу. Все, как мы только отдали, захилились, блядь, там прохили эту все дебафы, которые у нас будут тикать, там 5 секунд, прохилились, только тогда разбегаемся и РДД по своим местам и хилы. Все, и потом споры мы не сносим, пока не будет следующий, ну, то есть, редкий дни. Кого на пул-то отдать? Здесь. На пул по Void Beast, квадрат у нас майнтанк. Все, дает, короче, отчетик. Другими фонтами играть тяжело, пиздец. Ну, блядь, кто она? Ебать. Зачем запулили так? Ну, хуёво. Играем, чё. Давайте чё Геру, поверите, Геру. Хули вы дрочите? Резай его нахуй. Ебать, блядь, ясно нахуй, это паладин, сука, взяли. Свою голову, блядь. Так, споры сейчас смотрим внимательно. Споры сбежались под босса. Все под босса, все, абсолютно все под босса встали в одну точку. Под босса все, блядь, Рука, куда ты убежал? Все, дайте. Так, на ХП и Т4 в ру. Т4 вар. Прохиливаемся, стоим. Чупин амбиции. Еще 200. Все, разбежались все. РДД, разбежались все. Ну фул ПВП, мне чего от него ожидает? Ебать, у нас даже 180 нету, потому что, блядь, просто пул из говна нахуй сделал. Скажи Саверис, паладина, что ты не говоришь? Потому что я ебал его резать, серьезно. Нахуя? А че он ДПС не дает? Ну, блядь, он и так не даст ДПС. Он уже ролить нихуя не будет. И пыльнул плохо. Я тоже не разогнался. А тут никто не разогнался, бля, потому что я трипот ничего не пропил, блядь. Ну да. Ладно, это все херня. Попробуем. Сейчас не сносим, просто ДПС не надо. Просто стойте ДПС, сейчас все, не надо сносить никуда споры. Блять, милики, только, конечно, блядь, если у вас 2-3 споры, то отойдите кто-нибудь один там, да? Во время того, как она будет взорваться. А то вы сейчас продамажили просто милизону. Богиня, давай капку. Так, смотрим внимательно сейчас. Споры не сносим, блядь. Пожалуйста. Так, все, вот стоим, просто стоим, блядь, со спорами. Все, не надо никуда двигаться. Мастер капля. Так, каплю там дайте по друид. Вар, ты готовься там принимать. После нет, гнили заберем. Так, сейчас тоже прожали дефа, кто у кого есть. Прохил сейчас рейда. Второй взрыв будет по-любому. Да, понятно, что будет. Поэтому надо сейчас будет сбегаться. Справа одну точку выберите себе и слева. Чтобы было три точки у нас. Под боссом одна. Так, давайте выбежали двое. Так, два ДД выбежали. На танке сейчас. Усатый бомж, блядь, чуть-чуть, блядь, богиня выбежала. Богиня, алло.
Ясно. Разбегитесь, народ, разбегитесь. Короче, кто сейчас не взял спору, сбегайтесь под босса сейчас опять. Будем делать все так же. А ты 4 откатила, нет? Раскатил. У него нет таланта. У кого? Нет, нету у Вара таланта, нету, значит, у него КД. Ясно, понятно. Ну тогда, не знаю, паладин у нас, блядь, священный жертва есть, а паладина у ДД нет? У меня есть. Так, все под босса, короче, сбегитесь под босса, блядь. У меня есть салют, все нормально. ХП, ХП сейчас, шерпы, стул, блядь, какой-то там, дайте на ХП молитву. Сейчас прохиливаемся, пару секунд прохиливаемся. Ебать, минус один. Шаман, встанешь сам. Все, разойдитесь. Шаман, можешь встать? Дайте по шаману бафа. Так, танк упал, баф, блядь. Ясно. У нас вар, ты прожиматься не умеешь? Я был прожат, ла, все, что можно было. Бэр, дайте. Не успел войд. А ну, засейвил. Бэрчик, да, есть? Да, есть, хорошо. Так и спали свой, да. Спали, да? А что ты делал? А я там прожал, сука, забыл. Все, не надо, выбежите. Кто-нибудь один в мини-зоны, выбежите, брат. Сейчас убьете нахер все. Ну тебе были 10 секунд. БР-ка есть? БР-ка есть? Любого ДД БР-ните, блядь, нам ДПС сейчас нужно. Не, не буду БР. Ну ты не БР, конечно. Жить ему кого БРить? Я чисто технически могу. Паладин, прожмешь бабл, блядь. Прожмешь бабл, как будет ёдка гниль, а то тебя шотнет. Прожимай бабл. Ясно, у меня понятно. Шот. У меня бабл когда? Куда я, блядь, прожму, если крылья прожму? Короче, ДПС, если не спасим ни хера, просто ДПС. Пробуем, не знаю, 20 секунд у нас есть. Ну, убьем, убьем. Бомжей вызовите, не знаю, блядь. Маловато ДПС у нас не хватит. Вы это сам паладин в бабле бейте. Будет. Ну сейчас у кого есть бабл, прожимаете, не знаю, я сейчас прожму дефсоечку, блядь. Волков, да. Я даже с прожатием ничего не смог. Тупо паладин, блядь, заебали, ну. Ты полуужасный просто. Вообще, честно скажу, надо было, ну как-то не ронять никого, вот вара не ронять. Надо было паладина сразу резать. Ну Чупен это говна кусок, конечно. На наш бомжерох, да, надамажил больше. Чупен 5,5 КДПС, а меньше. Псусок ПВПшники каем нахуй. Ну вы найдите мне лучше, блять, мы просто сейчас занимаем места, понимаете, типа, блять, нет. Давай пацан за одного ублюдка, который даже не ДПСит нахуй или чё? Лучше без него нахуй убить, блять. Лучше вообще не убивать, давайте рыло. Но это из-за кого? Это у нас вообще-то паладин упал. Это он, блядь, сагрил. А не Рога. Я тут похуй там. Рога, блядь, выходил с спорами, когда сказали так. О, мне не Ретрик пишет. Давай, бери нахуй, его кикай эту хуйню. Мистер Чупен, я да. Пацаны, когда словили, блядь. Ну, блядь, больше буду в следующий раз думать, нахуй, надевать ли ПВП шмот. Так, скажите мне, сколько там на молитву у кого КД? 8 минут. До ребра у нас 49 минут. Да пока мы не убьем чумку, мы ролить, блядь, не будем. Мы её убьём, и квест сделаем. Да кикни ты того мага, он уже это... сдох. От сифилиса или что? Почему сифилис сразу? Больная тема? Ага. Короче, давайте мы за один час должны успеть еще 4 босса вольнуть. За полчаса. Ну там РТ потом. Да, за полчаса, за 20 минут. Кто меньше даст?
Короче, мы ждем этих паладинов в Дискорд, а то... Окей, зачем? АО, блядь, ты у нас завел босса до того, как у нас отчет прошел. Зачем пулять раньше времени? Ну как не агрил его, если, блядь, тебе одного шота, значит, ты ударил его? Либо кто-то на него напулил, еще такой вариант. Да, время. Может такое быть. Это ПВПшный тут пидор по-любому, так что никто не виноват. Блин, да, я выкрутился, да? Может, он членом осагрил просто от него? Да, из-за него воля, кстати, не выпала. Так его с нами не было, блядь. Потому что... рейд был в ожидании того, что он упадет. Придет в рейд. Короче, давайте шкаф, народ, пожалуйста, шкаф. У нас еще квинсы засмонить. Квинсы? Бафы раздать. Где ты видел этого паладина? Че, нормально? Че, поставить рыбу? У меня есть рыба, парни. Винси, да поставим винси. Мы сейчас рыбу засумонимся. Им нужно в компанию этого сам какой-то приз с шинигами. Вот, короче, квинси, секунду кучу. Так, Шеве, у тебя сколько КД на молитву на ХП? Напиши, пожалуйста. Одна минута. 8 минут вообще, если КД, а так сейчас одна минута у него осталось. Все, хорошо, тогда успеем как раз откатиться, все. Тогда у нас так же все делаем. То есть мы первую спору будем сбегаться под босса. Также у нас молитва. Вар, также прожимаешь свой Т4. Пиздец, Войт меня под жертвой ваншотит. Так а нахуй ты, блядь, её оставляешь? Макросом надо снимать. Так, у меня жертва не вкачана с этим. С божественным стражем. Хуёво. Мне бабл надо прожимать, но когда я крылья прожимаю, я бабл после этого не прожму. Но... Так, жуйте рыбу, давайте. Пока она еще есть. Бафф раздавайте. Да, Рэдфик хорош одет. Сколько у него брелей нахуй? Раз. Два. Это вы про кого? Три, четыре. Шесть, блять, семь. Шесть брелей нахуй. Семь, да. Почувствуй себя бомжом, мастер. Че, давай чек на пул, что ли? Давайте чекаем. Ну все так же делаем, короче. Не забывайте. Все, так, пожалуйста, на пул сперва дайте, тоже на пул, на Д, на наш Void Beast. Лапу пахните. Лапу, давайте лапу. А еще пороги у нас, пороги, кассу, этот кулак. Кто кулак бафнул? Мастеров. Блять, ускоряйтесь. Порогом. Все, есть. Даю, короче, отчет. Блять, пожалуйста, по отчету, блять, пуляет танк. Потом идет на пул, потом вливаемся. Так, Мишка, говорить про кап. Давайте на пул, пошли. Гера. Да, Гера, поехали дупать. А чё там по спорам? Споры первые мы сносим под босса и засейвливаемся. Ага. Так, все под босса забежали, все под босса, споры в одну точку. Так, все под босса, сейчас, давайте, 3 секунды, и сейчас молитва ХП. Все, молитва ХП уже, Т4 танк. Т4, давай, прохиливаемся. Так, все ждем, 3 секунды еще. Все, разбежались, все РДД разбежались. Все, споры не сносим, просто ДПСим, стойте, блядь, на РНЖе. Решивать дверей не решают, нахуй. Ну. Если равно топ ДПС, я больше какой-нибудь паладина на борт сидел. Ха. Так что не игры решают. У него хуйня шмот. Сравнить с твоими. Ну, может. Богиня, дай капли на Мишку. Сейчас меня вар догонит и перегонит. Богиня не дает каплю, короче. Не видел чего. Дайте каплю друиду. Да, кто-нибудь каплю. По друиду. Квинси там не знает.
Так, сейчас споры с миди-зоны вывезите. Мастер бэков. Вот он дает сразу. Все, прожимайте деф от билки, не знаю, что у квест там тучка, забираю. Не знаю, шп. Забираю вас. Так, вар забираешь, короче, пока что не сносим споры, блять, у нас ДПС сейчас должно хватать. Поэтому просто играем по боссу. Ага, у нас шаман, блять, упал. Шамана БР, если кто там, у кого есть БР, друид, у тебя там должен был БР быть. Танк. Короче, споры вывести, одну спору. Бесишь, блять, хватит бегать, мы заблевались, блять, все. Друид, куда ты убежал? Дайте кому-то спору собрать, народ. Ну, хотя, если честно, реально, если будет такой ДПС, то мы успеем. Так, дайте БР, друид, Void Beast, у тебя есть БР, нет? Дай БР, нет, пошла. У него 40 секунд КД, нахуй, ёбаный, для чего я нахуй линкую в чат? Я в чат не очень смотрю, когда, блядь, мы играем. Если у тебя есть Discord, можешь сказать. Через 10 секунд будет у этого, Орлеаны, нахуй. Короче, дашь сразу по болту это. Если никто не умрет до этого, блядь. Так, спору из мили-зоны одну вынести. Одну спору отойдите, милики. Две споры, еще одну отойдите, блядь. Две споры еще. Сука, сейчас просто затил мили-зону. Вара, хитти сильно. Так, вар, прожимайся, не знаю, дайте капфи по нему кто-нибудь, кто какой-то отхотил. Сейчас 5 секунд заберу. Все, забираем. Ну смотрите, у нас, блядь, 7 миллионов, у нас еще этот. Одна минута. Нет, поэтому можно успеть как бомжей здесь ДПС по боссу. Играем просто по боссу. Могли не сбегаться. Бля. Вот, ради этого лута мы нахуй били босса, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Нормально. Так, давайте кровь. Поскольку мы убили босса, то кровь будем ролить. Вторая получается тому, кто забирает вот эту. Джияки. Лут. Джиёки. Лут такое. Чё, больше никого не надо, серьёзно? Чук. А, чик-чик-чук. Мне вторая не нужна, мне только вот это надо. У меня вторая есть. Ну, забираешь эту, а остальное тут тогда можно не делать. Не, я просто есть, говорю, кому надо, забирайте. Могу продать за 100 голды. Короче, вторая, если кому-то нужна именно она, то я отдам. Если не нужна именно она, то я не отдам. Именно она. Именно. Без же Газманов пил, да? Именно. Не знаю. Попалю с конем идем, да? Короче, Чичук, ты сможешь поводить слизня большого? Да, 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 буду водить. Ну смотри, главная твоя задача, когда водишь, да, поворачивать к нам. Просто не поворачивай к нам, к рейду, типа, чтобы не плюнул, где-то там посередине лужу не разлил. Все, я понял. 5 минут осталось, ДРТ. Так, все остальные, смотрите, у вас два варианта. Либо вы стоите в его фрейме, ну, и играете от него. Так, народ, дайте тактику рассказать. Значит, если вы хотите, можете стоять под ним, то есть в его фрейме красном кружке. Если нет, то будете от каждой блевотни просто перебегать за спину, чтобы вас не зацепило. В остальном это все. Так, одного ДК нет, но в принципе это такое. Короче, главное, что мы не диспелим. Хилы не диспелим никто, эти слизни, то есть мы только маленьких сводим, в больших забирает у нас вар, получается. Все, то есть мы не сводим маленьких к большим, только большие к большим. Все, маленькие и маленькие. Тут можно это ебашить.
Так, даю отчет. Именно на... На пул в друида, опять же. Кто, блядь? Так, по центру, все за спину, все зашли, там либо, блядь, стали где-то в его фрейм. Да, опять, сука, запороли просто нахуй, ну ладно. Геро запороли. Пул гореть просто, ну, блядь, как обычно. Ничего странного я не вижу в этом. А что Геру запороли на всех герах, когда я просто дал, чтобы... Нет, там не в Гере, а в сути, а в Бурсте, блядь. В Бурс, да, я тоже не смог твой припот выпить. Ну вот. Так, большого, большого забери. Хоть один из колок падал. Ну вот один с первого босса упал, и все, и до свидания. Ну как бы у меня было и 0 осколков за 8, и за 10, и за 12 боссов, поэтому это... Сколько это еще нормально. Нет, до хрена. Ну типа я жду, пока я в гере смогу собирать, а то с обычками это вообще не дело, конечно. Большого забери, за спину встали. Это очередь большая. Да нет, просто... Просто как бы я до хрена жду. А, нам просто вот сейчас, например, что мало упало на этой неделе, вроде там, что 6, блядь, 11. Нам с обычки падает очень мало, там 3 максимум осколка падает. Поэтому долго собирают люди. У тебя сколько будет? 21. Кстати, на друидов добавили, да? После. Ой, Залейма Маршами в первом. Ты чё, а, с ума сошёл? Базука. Да не пробьет он тебя, блядь. Ну-ка добивать будет. Нет, виси уже. А, ты на боссе, блядь. Ну-ка, я думал, ты на трэш. А вот эти лужи у нас. Так, отойдите, отойдите от лужи, народ. Отойдите, сейчас отведут немножко, все, стали за. Болезнь ты получил? Меня не. Так, отойдите. Отбрызг. Так, сколько там на большом стаков? Че там, квест был? Четвертый, так, сейчас будет взрыв, короче, скоро, поэтому внимательно забирай большого. Так, сейчас бейте, бейте босса пока. Так, все, отойдите все, все разбежались. Разбегайтесь, все с центра убежали, народ. Так, минус 2, так, друид, друид, сова Берни нам поли паладина, пятая пати. Не, когда, только у Вайда нет, да? Дайте Геру, что ли. Да, давайте Геру откатила уже, поехали. Да так, захилим, я думаю, блядь. Только под брызги, главное, не садитесь и все. Под босса зайдите. ШВ на хп гимн, потом на ман. Так, Вара, дай Т4 вот сейчас, а дай Т4, Вар, если есть. Дал, да. Большого. Так, большого забирай, большого. Все остальные пистолеты. Забирай, забирай, забирай. На хп читайте все. Большого забери, пожалуйста. Сейчас все сдохнут. Я его поймать не могу, блять, как. Не бейте его, я затаунте, не знаю, масс таун, сейчас друид заберет с тебя обратно. Да, блять, заберите большого, мы сейчас нахуй все подохнем тут. АОЕ идет. Бомжи ебаные нахуй. Дайте бомжей, играем сейчас, брызги. Отойдите все за спину. Дайте бомжи. Да, блять, чему не проебись, слышь, кто там живой, мастерал? Бомжи проебал, грейби пошел. Да, блять. Где эти осколки? Где их брать? Перчатки. Есть не, есть масс-рез или чё? Масс-рез дайте, никто квест не сдает нахуй. Кто сдаст квест, нахуй, тикай сразу. А я пойду возьму, хорошо? Идите поварите, у кого нет.
Что, есть кто, у кого есть первая кровь, а вторая? А как квест надо было выполнить? Не на ролл-то и все. Там, да, блядь, я не буду отдавать одну кровь, понимаешь, типа, блядь, сейчас паролят, заберут одну кровь, и потом будут опять, как вот этот вар, блядь, шастать, хрен знает где. Похуй на эту кровь, да. Квест. Мы уже сказали, если им надо было. Да-да, на мне оба дебафа. Квен, не трогайте, кто стронит квестер. Пал, блин, не подходи, да я квест возьму. Чё ты, блин, на квест? Я не сдам квест, это мастерал говорит. Ребят, какой квест? Он засчитается. Он засчитается, пока я с мобом не поговорю. Можете сказать, как квест? Просто иди за людьми, стань, там сейчас есть квестовик. Осторожно, Валька. От стенка идем, народ. Сейчас проебете чисто из-за Вальки, если сагрите. Похуй, сколько у вас дебафов, блядь. Главное, чтобы у вас квест был, блядь. И стояли возле квестера. У кого нет квеста, никого нет двух дебафов. На мне есть два дебафа. Так, чё, есть у кого, у всех квест или кому-то еще надо взять? Кому квест надо еще? Кто не взял квест? Команда, где? Квест, болезненная задача уже пятый раз прошла. Да, болезненная задача. 25. Я же два раза квест линканул. Чат читай. И он не шарится. Как? Короче, ты можешь выполнить его. Всё, знаю. А, все. Хуй вам, мы не боем, блядь. Пояс. Ладно, шея кому? Че, багруха упала? Да, багруха, да. Плечи упали, панцирь упал. Че, пошли Вальку бить? Око упало. Не я. Дайте по ней стан, фиры, не знаю, что-нибудь. Надо давать стан в каст. Нет, можно раньше. Мы же проверили его. Можно из пула давать. На профа не пойдем, да? Да какой проф? Вторая, пошли. Чё, разрол шмота сейчас будет? Да, сейчас страж почистим до Вальки и разролим перед Валькой. Ну, сейчас у меня стан на КД был. У кого есть станы, народ? Уже нахуй не нужен эти станы. Ну как бы сейчас будет второй каст. Вот сейчас второй каст. Сейчас будем бить, блядь, 10 тысяч трэша. Не знаю, мой самый любимый, блядь, за паладина это вообще ктуху и гнильного. За ретриком. А как же Халеон дракончиков? Халеон дракончиков, шо, блядь? Ну типа ДПС со мной. Да-да-да, пойдем на Вальку. О, не говоришь? Не, на этом самом. Там же Халеон призывает дракончиков. Какой нахуй Халеон призывает дракончиков? Ну в РС-ке. Короче, смотрите, заходите вот сюда, на ступеньки становитесь все. Вот там сюда заходите, засадил, звездочку. Блядь. Да похуй, что он сагнул, сюда на звездочку вставайте все. Прохилите там. Будем тас... Все сюда зайдите, они сейчас не сагрятся еще на вас. Сюда на звездочку просто зайдите, блядь. И все. Там тоже бьет. Это его проблема. Блядь, сюда затяните танки, так же все сюда подошли, блядь, звездочку ебаную, блядь, чё, не видно вам или чё? А нахуя? Потому что, блядь, мы будем бить трэш по очереди, блядь. Они там стоят, блядь, бьют просто тех, которые там они, вот ну, наши, идут гвардейцы, да? Выйдется. Они и не должны авейдиться, еще раз повторяю, там есть наши МБ, на которых они агрятся. Мы вытаскиваем по одному, блядь, и бьем их. Чё, у нас нету, блядь, вот этих проблем с хантом. Блядь. С каким хантом? Охотница, видишь, охотница, так которая, она отворачивается, блядь, мы их вытягиваем по одному. Так она отворачивается спиной к рейду и все, какие проблемы? Нет, она спиной тоже кидается. Все правильно я рассказал сделать? Все, как раз, ладно, просто...
чё, обкуренные, что ли? Ой, да что у вас там обкуренные, блядь? Кидает. Ничего она не кидает, она вон один раз кинула и всё. А дело вообще не в том, что она там кидает спиной, не спиной, блядь. Сказал РЛ, блядь, ставь звёздочку, сука, вам не видно звёздочки или чё. Ты видел, что мобы там остались стоять или нет? Да какая нахуй разница, они не идут, блядь. Если вы их не сагрите, вот как сейчас, да? Танки стали ебошки. Блядь, даунская тактика, нахуй. Это вообще не тактика, блядь. Это просто, блядь, один из способов, блядь, испуга рейдер нормально пройти этот ебаный трэш. Ебать, нормально отворачивается охотница спиной к рейду и бьется, ебать, и все. Че вы все, будешь в своем рейде, будешь так, тебе иди захочется. Сам иди. Я тебе причем не посылал, сказал, что в своем рейде будешь делать так, ты захочется. Да ты не лезь вообще нахуй сюда, блядь. Ой, блядь. Боги. Я рейды уже знаю, о чем говорю, нахуй. То, что вы придумываете, это все хуйня, нахуй. Бабушкам будете рассказывать на лавочке, нахуй. Ну, типа, я знаю, что там кто придумывает у тебя в голове, что-то там кто-то придумал. Отворачивается, типа, охотится спиной сказал... к рейду, все. Не я можно. Знаю, что, блядь, как здесь проходит, но я сказал, ну, сделать что? Сука, встать в звездочку, тянуть охотницу по одному и убивать ее, и все. Тянули вы не охотницу, а какого-то моба другого. Хуйню вы сделали. Я не знаю, это уже ваши проблемы, блядь. Потому что вы побежали и сагрили весь трэш. Короче, бейте тогда, чё? Я уже не встану, либо мне берн. Можешь встать, пока заберите первый охотницу. Трэш, алё, блядь. Заберите охотницу, вот крест. Крест играете. Второй танк можешь развернуть вот эту, блядь, пылинфинсу льда вообще отвезти куда-нибудь. Охуенно ты ралишь, если ты не знаешь, что первый трэш, ты можешь встать и зайти спокойно в Винсена. Мне вообще резнули спокойно. Я так, сначала заберите повелительницу льда. Вот она есть, блядь, ромбик. Отведите ее, блядь, куда-нибудь подальше. Чуть-чуть, ты можешь ромбик забрать, чтобы мы охотились? Ну я вот там сагрил, она мне, она стоит, не идет на меня. Ну как мне ее, блядь, отвезти? За руку да, взять? Просто, да, РДД. Просто милики это шли, все, что вы дрочите, блядь. РДД в ромбик сыграйте. Так, РДД в ромбик, короче, охотник, там милики пошли. Где она стреляет спиной, нахуй? Умник, ебаный. Блять, я не знаю, кто тебе это нахуй сказал, блять. Я РЛ, блядь, я сказал стать звездочку. Что? Кто сказал, блядь? Кто тебе сказал, сука, что он спиной стреляет? Ну, блядь, нету чё. Ты сейчас со мной говори, блядь. Нету чё нахуй. Войт, войт, войт. Сейчас ты играешь на ДДшниках, блядь. Или тебе, сука, видео заснять на. Какое? Как, блядь, охотница стреляет нахуй спиной. Она только грасстрел пускает на всех, и она может делать, блядь, как угодно. Скилл юзает. Но это не та обилка, которая нас. Но это не то, что нас убивает. Она убивает нас, блядь, быстрострельцем своим. Который она делает, блядь, только вперед. Да, да, она только вперед себя стреляет. Короче, так, воительницу. Так, двое воительницы, давайте. Черепа играем. Так, сейчас следующий мобой у нас. Так, слева будут играть, короче, РДДшки, справа милить. Так, пока что паладины, если что-то есть время, можете побафать. Что у нас там падает? Так, слева опять же крест играет РДД, мелики по правой. Прохиливать, я не знаю там. Кто мало ДПС идет, лучше отойдите. Нападай, сейчас я покажу господину, кто из нас... Так, играем через охотницу, череп. Полководца забери, второй танк. Полководца забери. Ставлю на него трусы. Ну и чё, где она стреляет по рейду, блядь?
ёбаные полковники. Сейчас лицом специально рейд поставлю, и будет еврей стрелять. Что ты мне будешь, блядь, рассказывать? Ну, ты видел сейчас её меня, она стреляла мне. Я стоял, блядь, спиной нахуй. Она, я стоял за его спиной нахуй, когда первый раз стрелялся, блядь. Тебе нахуй поговорить не с кем, либо ты нервный? Я не с кем поговорить. Че такой нервный нахуй? Так, слева охотницу давайте, воительницу, блядь. Сейчас дождемся. Замотайте вы человека, я его замотал сразу, например. Что-то быстро сливаете. Не несет и все. Просто нервные какие-то, блядь, и граждане. Ну, у кого-то это очень ЧСВ поднимающий фактор. Мне нравятся те люди, блядь, которые даже 25-ку еще не закрывали, блядь, говорят тем, кто хэмку уже травит. Да, сосали они. Ну да, тоже. Я тут видел мага 270. Так он на сурке 6к дал ДПС и 0 в трэш. Я говорил, а босса не дал вот. Или это я говорю? Не-не, не помню. Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпион. В начале в ребре, да? Почему у меня уже щит? Я капитан, что за хуйня? Ну заберитесь на меня копье, снимите. Дальше отдыхай. Все, пиздец. Ну кто снял копье-то, блядь, дайте. Народ, найдите, кто взял. О, наконец. Твинси, ну, появляется у вас сумка. Если не шарите, лучше не берите, да и все. Итак, сейчас провожу РЧ, мы паролим с первых двух или там трех. Да, до 40 роль. Так, богиня ДПС. Куда-то там отошла. Все, все есть, давайте паролим. Так, на хила, в принципе, хиловская. Шейк. А я не смогу рулить, если меня не было на всех курсах, да? Ну, естественно.
ГЦ. Так, Тви забираешь. Так, дальше эти сапоги. Ну, почти вы. Так, стоп, Ванзай. 68. Али был. Был. Ну, вар это так себе. Не, это вар нормально. В хэме, да, все нормально. Так что ну, в хэме. В хэме можно. А вар это вот такое вот. Зачем вару с вот такими костоломами? Кожаные на крит скорость. Вы критер, по-моему. Ну, типа, я, например, свои хочу на такие поменять, крита, но с Гера. Чтобы арт. Да, для крита. Типа, суть в том, что если ты собираешь шмотки с ловкостью, ты можешь перекидать все усилки, там, блядь, в силу вместе с сокетами, у тебя получается больше стат именно силы. Если давайте кто не знал, из-за вара не знаете, что так играть. Короче, Денчик Рос, рерол вместе с варом.